Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Вопрос 1454. В первой книге «Царств» повествуется о том, как у пророка Самуила было два сына, и они неправо судили и брали взятки. Народ это видел и был недоволен, и стал просить пророка Самуила, чтобы он помазал им царя. И это ему не понравилось, и Богу тоже. Не сказано, чтобы он обуздывал сыновей, а что был недоволен, сказано. Почему так? И почему Бог его в этом не упрекает, как первосвященника Илия, сыновья которого погибли, и он сам? Как это понимать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Погибшие и наказанные всегда были в памяти последующих поколений и могли понимать, что и их ждет не лучшее. Евангелие от Луки 17:32. Вспоминайте жену Лотову. Римлянам 11:21. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. 1 Коринфянам 10:6-11. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Бог показал, чем закончилось веселье беззаконных сыновей предшественника, и об этом Самуил очень хорошо знал. 1 Царств 3:13. Я объявил ему, что я нахожу дом его навеки. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Евангелие от Луки 13:3. Говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Пророк Исаия 14:23. «И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф». Когда сегодня видишь, как ведут себя священники, архиереи, то криком кричишь: «Что же вы делаете? Ваши предшественники потеряли и головы, и храмы, а вы опять на то же устремились». Не учат людей, ведут себя как безумные, на корысть устремились, гоняют людей крестными ходами, все традиции восстанавливают народные и церковные. На Иордане топчут дорожки, и за иконы ухватились, бродят как пьяные по нечистотам, и никто их не обуздывает, этих сыновей сегодняшних первосвященников. Отчего Россия погибла? Опять к тому же беспутству и к той же комедии карабкаются. Притчи 26:11. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Исаия 19:14. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Исаия 28:8. Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиною, нет чистого места. Иеремия 48:26. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Значит, они уже заготовлены на заклание, и место им уготовано, и их ничем не остановить. Сколько им говоришь, а они только то и делают, чтобы заглушить голос Святого Евангелия, чтобы только не было обличительного гласа. Потому Бог уже ничего и не говорит Самуилу, ибо уже по аналогичному, точно по такому же делу приговор уже вступил в законную силу, а апеллировать некому. 1 Царств 2:25. Если согрешит человек против человека,
то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти».